Всем привет! В этом видео будет небольшой мой эксперимент по созданию блокнота. Эта идея была у меня уже давно, и наконец-то я решила все-таки ее реализовать, чтобы больше она мне не висела. У меня накопился такой вот пакет с пакетами белыми, бумажными, и из них я хочу сделать блокнот. И в этот раз я хочу его попробовать сшить. Я давно не шила нитками, вообще не очень это люблю, но в этом случае хочется сделать именно так. Поэтому, если что, это не мастер-класс, я вообще в этом не профессионал, а просто вот провожу для себя свой эксперимент и хочу посмотреть, что получится. Моя идея была в том, чтобы сделать странички блокнота из этих пакетов. И тут я сейчас думаю, какого размера и формата я хочу сделать блокнот. Есть, например, вот такой вариант: развернуть пакет и сделать страницы такие вот узкие и длинные. И даже моя обложка из другого пакета тоже здесь как раз будет по размеру. Но я поняла, что не хочу такой формат, а хочу какой-нибудь, наверное, поменьше. Поэтому я вот тут продолжаю прикладывать одно к другому и смотреть, какие еще есть варианты. Я вот даже решила тут взять линейку и что-то измерить, чтобы вообще понять примерно, какие здесь размеры. И вообще еще надо решить, как я хочу делать страницы. Хочу ли я делать их одинарными, то есть как-то резать пакет, или прям целый пакет, это будет как бы один лист. Я еще вот попробовала порвать немножко его, понять, будет ли красивый рваный край, если как-то рвать или резать, но не очень удобно. Развернула вообще полную развертку, сделала еще какие-то варианты сгибаний. Мне просто нужно понять, что нужно делать со всеми остальными пакетами, пока я не начала что-то уже резать или как-то их складывать. И поэтому вот здесь такой пробный вариант. Я на самом деле вообще не знаю, зачем мне этот блокнот. Я пока не придумала применение для него, тем более, что он вообще весь будет белый, хотя, как я всегда говорю, не люблю белые страницы. Но при этом у меня очень давно была вот эта именно идея сделать блокнот именно из этих пакетов. И именно только из них, ни с чем не смешивая. Поэтому сейчас буду делать, а там уже разберемся, зачем. Я вот здесь все-таки решила делать просто формат страниц с сгибанием, собственно, пакетов. Я буду их сгибать пополам и подрезать на резаке, поэтому дна у них уже не будет, и с двух сторон будет такой вот как бы кармашек. Я решила не резать их на отдельные страницы, а сшить прямо так. Может быть, потом при использовании блокнота я просто ножницами порежу, и получится как бы две страницы из одного этого пакета. Но пока думаю, что сделаю именно так. Может быть, я прям их в двойном формате и буду использовать, потому что эта бумага достаточно тонкая. Если что-то на нее, например, клеить, то мне кажется, что в двойном варианте лучше. Можно даже их потом будет склеить между собой, чтобы не было этого кармана. Но я пока не знаю, я пока не решила. Пока сделаю так. И, собственно, я посчитала, сколько у меня этих пакетов. Получилось 25 штук. И у меня будет 5 отдельных блоков по 5 пакетов. Я вот их тут все сгибаю. Дальше я подрежу сейчас на резаке, чтобы у меня получились все одинаковые размеры. Вот я уже подрезала. И теперь нужно из них сложить такие вот книжечки. У меня идея в том, что я пришью к обложке 5 отдельных блоков. И они будут независимы, то есть каждый я отдельно пришью к обложке. И хочу сделать толстый корешок у обложки, чтобы, если я все-таки буду заполнять еще этот блокнот, то он не был толще, чем корешок. Ну или был толще, но не сильно. Потому что эти страницы достаточно объемные получаются. Ну тут, в общем-то, это и видно. Я тут разметила уже дырочки, которые я буду пробивать для сшивания на одинаковом расстоянии для всех блоков. Теперь мне нужно понять, куда я буду пришивать, потому что пакет для обложки у меня больше, чем формат страниц, и нужно будет его как-то подрезать. Ну и еще нужно понять, где у него середина, чтобы от середины отмерять тоже места для пробивания дырок, собственно, куда я буду пришивать. Ну вот я вроде отмерила, теперь отрезаю кусок пакета, прорезаю точнее, и вот так вот внутрь загибаю. Это такой пакет от какой-то посылки, там внутри пупырчатая пленка, и я хочу ее оставить в основном, но вот на месте, где я сгибаю, нужно убрать половину, чтобы не было слишком толсто, потому что
двойной слой пленки мне здесь не нужен. И вот здесь с краю тоже я отрезаю, чтобы потом двухсторонним скотчем склеить этот край, и как бы он просто так и останется. У меня как раз ровно получилось, что хватит и на корешок, и на боковые стороны, то есть у меня будет просто ровно из этого пакета обложка. И тут я дальше провожу какие-то математические измерения, вычисления. Мне нужно понять, на какое расстояние ставить дырки между собой и как это все соотносится с размером корешка, который у меня здесь может быть. Там вроде бы должно быть 5,5 сантиметров. И вот как-то мне там нужно разместить 5 этих штук. Я вообще думала сначала сделать 4 блока, а 5-й оставить. Но в итоге у меня все-таки как-то получилось разместить именно 5. Как-то эта математика к чему-то привела, в общем. Но вот я еще раз приложила страницы и поняла, что нужно подрезать еще раз обложку, потому что как-то получается слишком много сверху и снизу расстояния, хочется поменьше. Поэтому я еще срезала немножко пленки, загибая все внутрь, и даже поняла, что, видимо, еще надо подрезать, и даже вот еще раз подрезала. Я это все делаю на глаз, потому что у меня уже как бы вот были эти материалы, я из них и делаю. Наверное, если бы я делала новый блокнот из каких-то новых материалов, это все было бы проще. Там один раз отмеряешь, делаешь все как бы как надо и готово. Тут, поскольку все не предназначено вообще для создания блокнотов, оно все еще немного мятое и объемное, поэтому тут измерения, конечно, я провожу, но так... не идеально ровно. Ну, мне, в общем-то, не нужно идеально ровно, нужно так, приемлемо, чтобы было. Я еще хочу вот туда внутрь корешка картонку добавить. Собственно, я вот взяла какую-то картонку, тоже отмерила нужный размер, отрезала ее и вот так вот приклеиваю. Я ее приклею туда на двухсторонний скотч. Просто она там просто будет держаться на вот этой пупырчатой пленке. И поскольку нет никакой технологии вот этого изготовления, я тут все делаю, вот как бы как делаю, так делаю. Поэтому какие-то вещи я не сразу предусматриваю. И вот, например, я приклеиваю картонку темной стороной наружу, получается. И у меня она будет просвечивать сейчас зеленым цветом сквозь пакет. Поэтому я ее отклеила и перевернула другой стороной, снова приклеила. Ну и дальше я вот здесь буду сейчас приклеивать уже обложку туда внутрь загибать. И это второй момент, о котором я почему-то не подумала. Я забыла про это, хотела пришить блокнот так, чтобы снаружи не было видно нитки. Соответственно, мне не нужно сейчас это заклеивать было, нужно было сначала пришить все, а потом уже заклеивать обложку. Поэтому я сейчас все красиво тут заклеила очень удачно. Я подумала, какая я молодец, как у меня все хорошо получилось. И после этого я все это буду отклеивать, потому что вспомнила, что у меня была идея пришить сначала блоки, а потом заклеить, чтобы корешок был чистый. Но, с другой стороны, не так это было и сложно. Скотч, кстати, достаточно легко отклеивается. Но не то, чтобы он прям сам отваливается, но если потянуть, то отклеивается. В принципе, можно было, например, для усиления еще картонки добавить внутрь всей обложки, но мне, в общем-то, это не особо надо, поэтому я не буду так делать. И, собственно, вот я тут подрезаю так ровно край, дальше сгибаю по картонке вот эту обложку, и теперь нужно внутри обложки разметить места для дырок, куда я буду пришивать, собственно, свои блоки. Для этого я сейчас отмеряю на одинаковом расстоянии 5 отметок. У меня будет 5 блоков. Дальше нужно провести вертикальные линии. Ну, можно не проводить, но я решила провести. И на них я буду отмерять уже места для дырок, собственно, на том же расстоянии, на котором они у меня на блоках. Здесь, наверное, ничего особо не видно на этом видео, но, в общем, я там все отмеряю. И дальше прикладываю еще раз страницы, проверяю, что у меня тут вроде как все нормально и совпадает, потому что нужно, чтобы дырки совпадали с дырками в блоках. И теперь нужно будет пробить эти дырки. Я буду делать это иглой, потому что у меня шило не нашлось под рукой. И я поняла, что я не хочу прошивать обложку насквозь, поэтому я вот
отрываю только что красиво приклеенную обложку свою и буду теперь мучиться с тем, что у меня скотч прилипает к всему. Но я подумала, что ладно, буду мучиться, но не хочу, чтобы нитки были снаружи корешка. И поэтому я сюда добавляю дополнительную картонку, так как та картонка у меня приклеена к задней стороне, вторая будет приклеена, получается, к вот этой внутренней стороне. И вот как раз эту картонку я сейчас буду пробивать иглой вместе с пакетом, подкладываю туда коврик внутрь, чтобы не пробивать наружу дырки. И тут у меня где-то была игла вот эта, которую я буду делать дырки. В принципе, несложно их делать. Конечно, наверное, шилом было бы удобней, но поскольку я не занимаюсь шитьем блокнотов постоянно, у меня специальных инструментов для этого особо нет. Ну, игла как бы, это просто обычная какая-то игла. Нитки я буду использовать тоже какие-то, которые у меня просто есть. Я даже не знаю, что это за нитки. Ну, какие-то хлопчатобумажные, достаточно толстые нитки. Я ими уже сшивал раньше свои блокноты. В принципе, они нормально держат там все. Не знаю, какие на самом деле нужно использовать нитки, поскольку не узнавала. Есть разные варианты вообще переплетов. Вот это, по-моему, называется веерный переплет, когда все блоки пришиваются отдельно. А есть еще переплет, когда все блоки сшиваются вместе, потом проклеиваются еще там сзади клеем, делается твердая обложка. Но сегодня это не мой вариант. Меня в целом пока не очень привлекает изготовление именно переплетов вручную, потому что не очень много вижу в этом смысла. Но, может быть, ради интереса стоит попробовать. Я уже пробовала делать маленький блокнот, но вот какой-то прям большой основательный пока не делала. Я вот здесь уже начала пробивать дырки и в страницах тоже. Тоже делаю это иглой. Лучше это, конечно, делать шилом и не на весу, но я думаю, что в моем случае подойдет и так. И, собственно, беру нитку и дальше буду сшивать. Я поняла уже потом, что начала сшивать не совсем правильно, не оттуда начала. Но в целом это ничего не изменило. Просто нужно, мне кажется, снизу было начинать прошивать. Я почему-то начала так. Но я давно это не делала, поэтому забыла, как надо. Собственно, здесь все несложно. Если вам нужен мастер-класс, лучше найдите его в интернете. Там подробные есть видео, есть какие-то статьи. Но я, в принципе, когда первый раз сшивала, с первого раза у меня все получилось. Там ничего сложного нет. Мне, на самом деле, в сшивании блокнота нитками не нравится то, что если делать его вот так из разных блоков, то между ними получается промежуток, который мне не нравится, как выглядит. А если их сшивать между собой, то нужно как-то пришивать потом к обложке, если делать какую-то мягкую обложку, а не проклеивать ее. Поэтому я вот как-то не очень люблю делать такие блокноты, хотя у них есть свои преимущества. Например, то, что они лучше открываются как бы вот полностью развороты. Ну и можно, например, сделать очень толстый блокнот, сшить вместе несколько блоков, и все будет с ними нормально. Собственно, я вот здесь именно такой вариант и выбрала, потому что у меня было много страниц, и хотелось, чтобы они все нормально держались. Я вот уже пришила первый блок страниц, и дальше я буду переходить на второй ряд дырок. Я буду шить все той же ниткой одной, и технология будет та же самая. Я здесь вот немножко исправила свою ошибку в самом начале, которая была, когда у меня хвостик нитки торчал внутрь блокнота, я его туда увела назад, и, в общем, теперь здесь все красиво выглядит. Но нужно было просто сразу начинать правильно, и тогда было бы нормально. Ну вот я как раз здесь сейчас буду начинать вроде как уже правильно и прошивать второй блок. Еще я решила, что нужно карандашные линии стереть, пока еще это возможно, чтобы они были не видны. И дальше уже прошиваю второй блок. Не знаю, насколько здесь на видео вообще что-либо понятно, но эта технология достаточно простая. Главное, чтобы все дырки совпадали. Ну и для меня было главное неудобство, что у меня обложка уже склеена наполовину, и неудобно туда было подлезать с этой огромной иглой. Но в целом этот процесс занял не очень много времени. Непосредственно сшивание вообще самое простое в этом всем. И вот я уже тут все прошила. Вот так выглядит с другой стороны этот корешок. И теперь буду завязывать просто узелок.
с другим узелком. Не знаю, как это правильно нужно делать. Опять же, я делаю все вот как-то из головы беру эту информацию. Скорее всего, есть технологии, как правильно все это завязывать, чтобы было красиво. Я делаю просто так, чтобы оно держалось. Тем более, мне тут не так важно. Я это все сейчас заклею обложкой, скотчем, там будет не видно. Но если нужно красиво, то, конечно, лучше думать перед тем, как делать. И теперь обратно я заклеиваю эту обложку, которую я уже один раз заклеивала и потом отрывала. Ну, ничего, бывает и так. В итоге вроде как все получилось именно так, как я себе и представляла в голове. Но представлять это одно, а сделать это немножко другое. И я рада, что у меня что-то реально получилось. Вообще, мне этот блокнот напоминает фотоальбом. Вот фотоальбомы именно такого формата, и у них вот так вот эти блоки тоже отдельные. Мне кажется, это забавно. Я, кстати, думала еще подрезать страницы, чтобы они были чуть покороче и не вылезали из обложки, когда он закрыт. Но пока решила оставить как есть, потому что не знаю, как я его буду использовать. Кстати, можете в комментариях написать свой вариант, что бы вы делали с таким блокнотом. Ну, кстати, может быть, даже рисовать в нем можно, если бы я рисовала. Ну, может, вдруг я начну. И я вот тут попробовала, кстати, в него положить, как в конвертик, всякие штуки, вот так вот закрепить. В принципе, тоже вариант что-то хранить, но пока не знаю. Я пока не решила. Может, буду что-то вклеивать туда. Спасибо, что посмотрели это видео. Буду рада вашим лайкам, комментариям и подписке на мой канал. Всем пока!